Разницу между референдумом и выборами разъяснили эксперты. Сегодня в столице состоялся брифинг, где обсудили преимущества проведения этих процессов. Проректор Евразийского национального университета и заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований обозначили преимущества проведения предстоящего референдума. Голосовать можно и на выборах, и на референдуме. В этом состоит избирательное право. Однако есть небольшая разница между этими двумя процессами. Например, на референдуме рассматриваются наиболее важные вопросы государственного значения, такие как поправки в Конституцию. Исторически важные для страны и народа темы в большинстве случаев выносятся на референдум, тогда как на выборах избиратели голосуют за партию или определенных кандидатов.